чара. Приезда Алексея и Ирины собаки всегда ждут с нетерпением. Почти каждую субботу эта семейная пара посещает приют Бубасти, чтобы помочь по хозяйству и уделить внимание животным. Алексей и Ирина с детства любят собак. У них дома их 3. На улицу, когда выходишь, всегда подбегают бездомные. Вот так случилось на этот раз. 2 собак, которые никому не подходили, мы их стали прикармливать. И когда был отлов, их поместили сюда, в приют. Сейчас они у нас, мы как кураторы их, на нашем содержании эти собачки. Благодаря тем 2 собакам они и втянулись в волонтерскую деятельность. Бубасти, Ирина и Алексей всегда приезжают не с пустыми руками, как, например, и 12 декабря. Специально закупают разные угощения для собак в магазине, привозят и то, что передают для приюта им друзья, соседи и знакомые. Ирина и Алексей не только кормят животных, но и помогают по хозяйству в приюте. Занимаются уборкой в вольерах и постоянно выгуливают собак на специально оборудованной площадке. Есть собаки, которых, наверное, никогда не возьмут домой, они не социализированы, да, они живут в приюте, и надо им как-то помогать. Они нас ждут каждую субботу, как родительский день. Для Ирины и Алексея помощь приюту не в тягость. Они всегда рады навестить собак. К тому же животные к ним привыкли и всегда ждут их возвращения. Но приюту требуется больше таких помощников, ведь волонтеров здесь не хватает. Очень нужна помощь волонтеров. То есть не так много сюда приезжает желающих помочь. Помочь убрать, помочь приготовить, помочь решить какие-то бытовые проблемы. Да погулять с собаками, потому что собаки нуждаются в общении. Когда собаки видят людей и общаются с ними, они социализируются, и собаки перестают быть дикими. Евгения Коломиц, Яков Глейзер, Пушкинское телевидение.